фестиваль, он не только конкурс. Это еще и явление, которое объединяет. Нам бы хотелось, чтобы наш фестиваль объединял, как говорил крокодил Гена, их всех надо передружить. Вот мы хотели бы передружить студию. И поэтому у нас появилась такая идея. Вот вы видели, наверное, заставку фестиваля в этом году. А то почему бы своими силами вам не сделать заставку на следующий год фестиваля? Предлагается каждой студии, каждому участнику, уже принимающему участие в фестивале, либо желающему в будущем принять участие, буквально 2-3 секунды сделать анимационный фильм, либо кинематографический, очень коротенький, 2-3 секунды, раскрывающий тему, кто как понимает, что такое волшебный фонарь. Наш фестиваль называется «Волшебный фонарь». Подсказывать не будем, почему этот фестиваль так назвали. Кто как себе мыслит, что такое этот волшебный фонарь, как он выглядит, зачем он, почему он, почему фестиваль так называется. Кто как себе его представляет, тот так фильм и делает. Фестивалю следующего года все работы, которые будут присланы, будут смонтированы, из них будет смонтирована заставка следующего фестиваля, который, естественно, будет тоже отмечен.